Да. Если вы победите, что будет с движением кибуцев? Ничего с кибуцами, ничего не случится. Кроме разве что у них не будет налоговых льгот. Я ничего не имею против кибуцев как таковых, но к ним не будет того предпочтительного отношения, которое они имели до сих пор. Приведу один пример. Однажды я общался с одним министром и спросил, сколько они получают воды. Кибуцы составляют 3% страны, но воды получают треть. Они будут получать честную долю. Конечно, я не хочу их обидеть, но их нужно поставить на место. Конечно, я не собираюсь делать с ними то, что они бы сделали со мной, если бы могли. Если кибуцы хотят оставаться в экономике Израиля, им придется понять, в чем их задача, и вести себя этично.